Есть статут, да, который позволяет ей принимать денежные средства, то есть она находится в этом помещении, в доме офицеров, как бы, то есть, ну, мы искали выход из положения, которая может открыть счет, на который, то есть мы договорились так, надо открыть счет, нейтральный счет, отдельный счет, который мы его, скажем так, начнем рекламировать, начнем как бы рассылать людям, да, по всей Украине. То есть даже мы сказали, что, то есть предложили, давайте откроем мультивалютный счет, вот, который может принимать и гривну, и другую валюту. То есть у меня даже появилась сегодня мысль как бы обратиться к своим партнерам Виталии, потому что я занимаюсь мебелью, как бы, и мы, скажем так, мы были, но, скажем так, когда в Киеве начались все вот эти развитие событий основных, когда началась стрельба, как бы в этот момент параллельно проходила просто выставка, и я был в Киеве, как бы на Майдан я уже просто попал в тот день, когда уже Юлию Тимошенко привезли, как бы на сам Майдан. То есть, и знаете, меня то есть для меня это было определенное такое состояние, как бы, и слез как бы наворачивались, потому что без слез невозможно было смотреть вообще на всю эту ситуацию и понимание вообще то, что происходит, как бы. То есть я ехал домой в электричке, там вообще там два человека было, знаете, то есть было время это все как-то переосмысливать, и появилось такое чувство, ощущение нашей общей безразличности к тем процессам, которые происходили на тот момент. То есть, да, как бы, в общем, мы эту ситуацию оговаривали, но в любом случае нам не хватило силы духа, силы воли там, быть в тот момент. Ну и была какая-то определенная привязка, то есть я был без машины, как бы, то есть у меня партнеры возились,